Привет, это Навальный. И если вы смотрите этот ролик, то, скорее всего, вы живете в Екатеринбурге. И очень скоро у вас будет на одно право меньше. Если, конечно, вы не придете 2 апреля в 19:00 на площади Обороны, где состоится митинг за сохранение прямых выборов мэра вашего города. Екатеринбург, он же сейчас уникален. И ваш город до сих пор является городом, где остались прямые выборы мэра именно потому, что раньше вы выходили на улицу и защищали эти выборы. Лично я убежден, что одна из главных причин, почему в нашей стране ничего не получается, ничего не работает, заключается в том, что мы перестали выбирать. В России уже почти не осталось выборных должностей и уж точно не осталось честных выборов. Но Екатеринбург пока держится, и это важно для всей страны, чтобы он держался. И был у нас в России крупнейший город, жители которого говорят: мы сами выберем себе мэра, и этот мэр будет лучше, чем дядя, которого нам подберут из Москвы. 2 апреля в 19:00 площадь Обороны.